Ох. Это ж каждый раз эти танцы с бубнами. Включить VPN. Зайти в Инстаграм. Выключить VPN. Выйти из Инстаграм. Что ты приседаешь мне тут? Приседает Куда у нас. зайти? Куда зайти? В запрет грамм. Первый раз слышу это слово. Первый раз. Не понимаю, что ты говоришь вообще. Мне кажется, это какой-то кустовой чел. Нет, это не он, ладно. Это доктор. Да. Я почти угадал, Игорь. Ярик, ну что ты это вот? Я не успел даже, Игорь. Так нечестно. Кто тут Майнсер, Игорь, вообще-то? А кто? Ты? Судя по скинам, все трое. Кроме меня. Скинам. Он меня потерял. Вот Вероники. Через W. Вот у нее. Обычный скин, вроде, если не ошибаюсь. Ну да. Да, база. Ну, в одежде, в смысле. Ну да. Это у нее там уже осень наступила, у нас играем все еще лето. Подожди, а он когда побежал за мной, он что, на тебя даже не перебайтился? Он меня даже не видел. Так ты ж рядом стоял. Да, он услышал, что кто-то загорал тоже. Но он не видел меня в шкафу. Да не, я в том плане, что когда я на второй круг пошел, ты же как раз вышел. И он за мной. Да-да-да, кстати. Разве? Да. По-моему, я все время сидел в шкафу, когда он тебя нашел. Не-не-не, я на второй пошел. Все, хит получаю, изи хит. Блин. И где он? За мной. Ладно, не хочу знать, где он. Уйди. Алло? Алло? Да ты сюда, блядь, за что? За что? Сука! Потому что... Вот пидорас, а? О, Дэвид знает, что делать. Я еще живу? Нет. А что со мной? Ты вылетел. Ревнул. А, просто все, я вижу. Это, блядь, что за туннелинг? Я думал, ты хоть ливнул. Пиздец, я первый раз такое вижу. Прям жесткий туннелинг. Сейчас смотри, опять за мной побежит. Улечи меня. ДБД, спасибо большое. Спасибо, ДБД. Блядь, возвращается, прикинь. Еба, за что? Блядь, ну за что? Да сука! Играешь потом, да? Не, не так уж и хотелось играть. Блядь, за что? Чё за немотивированная агрессия? У меня вот она сейчас мотивированная. Все по фактам. Да что, блядь. Ну и мразь. Однако. Нет, серьезно, просто, блядь, с нихуя туннелем. Я не токсичила, ничего, блядь. У этого задания на сундуки, что ли, или что-то такое. У Вероники. Бля, ну это пиздец. Поиграла нахуй. Так его, так. Посильнее надо было, чтобы вообще все мозги отшибло.
Да, в смысле, блядь? Чё? Так нахуя палету сам кинул? А. Так я пробел не нажимал. Там заранее, наверное, нажал. Да, видимо, да. О, у него пугающая тряска. Так странно вырывается бот. Очень странно. Доброе утро. Вот у меня большой вопрос. Зачем бот, когда висит, крутит камеры 360? Гусь, блядь, недоделанный. И чё? Нормально. Да. Ну это пришла, его сняла. И стоит, короче, над ним. И не чинит, и ничего. Дед, смотри, опять туннелит. Да что ты за крыса-то такая, а? Бота? Ага. Ярик, ты лучше мансишь, чем бот. Ну, ебать, правда. Комплимент. Ну правда, твой бот что-то вообще ужасно мансит. Вот сейчас вот у тебя скот, по-моему, сам. Блять, как странно играет эта дама, вообще пипец. Залезла в шкаф, ждет того, чтобы ударить его шкафом. Да. Оригинально. Не, этот перк этот. Угу. На правом, да. Блять, ну он же не придет сюда, что ты тут сидишь? Капец, да, странно. Пугающая ты. О, этот мертвая хватка еще. Игорь, ну тут наезд стопудов. Я правильно понимаю, что это была тактика? Ну да. Да, я не добегал до окна, все равно. А, она не стала его спасать? Серьезно? Она не спасла бота? Смысл? 4 гена, блядь. Да прячься, дура, нахуй ты сюда идешь, блядь. Тебя снимай. Я бы представила сейчас ее боль и разочарование, когда бы ты просто слился у нее на глазах. Ну да, это некрасиво. Пиздец, я вообще ничего сделать не могу. Я так понимаю, палету я тоже, да, не смогу скинуть? На третьей стадии, в принципе, мало чего можешь. Угу. У тебя железная воля так работает? Угу. Может, ее взять? Да, это то, что мне нужно. С призванием можно прям сочетать хорошо. Железная воля? Ну, в смысле, и то, это не работает при усталости. Не работает. Ну, с Адриком, да. Ну как, да, не работает. Но с Адриком будет чуть-чуть конфликтовать.
чем? То есть с призванием хорошо сочетается? Ну, в принципе, да. Надо тогда ее взять, я, по-моему, как раз прокачала этого. Джейка? Угу. По крайней мере, желтая должна быть. О, ничего себе, ты даже ее на первой стадии оставил. Она теоретически может еще повисеть. Практически вам, конечно, никто не даст вылечиться, поэтому... Ну кровь же была, дебил. Видишь, стонов вообще не слышно. Угу. Полезный перк. Да серьезно? А чё, она нашла аптечку, не взяла? Странно. Да, может. Нет, я имею в виду в сундуке. Блять, он в такой позе странно и ходит. Кстати, да. Зато поясница ровная, видишь как? Это да. Спортсмен. Ну стоны что? Реально приглушенные. 75%. Для всяких там как раз таки, знаешь, для Нюрсы, для Рин вообще прям имбушка. Ну, если у них хорошие наушники, то нет. А раньше было 100%, раньше. Ну, хрена. Фак. Раньше было прям имбус. Ой. Блять, она только сейчас лечиться начала. Не успела, прикинь. А, на люк услышала. Ай, какая же ты сволочь! Блять, и наед, и люк закрыл прям перед ней. Какая же ты сволочь. Просто. Мало того, что туннелер, еще и такое говно. Как хорошо, что я это записал. Я это выложу. Чтоб тебе, сука, стыдно было, а? Господи, какое же говно. Просто, ну вот один у тебя остался сурф. Отпусти ты его. Тем более она нашла люк. Все, у нее люк рядом с ней уже практически. Ой, блин. Бля, чё она не спрыгивала? Не знаю. У нее ж первый подвес был, она снимала тебя, да? По-любому у нее этот заработал. Что такое, Ярик, что такое ИКР? А? ИКР. I-K-R. Что сокращение такое? Подожди, я погуглю. Старый человек гуглит. Yeah. Сейчас я найду. I know, right? Ага, что-то на современном. О боже, ну и говно просто. Подожди, где его забанить надо? Как его заблокировать? Ой, просто фу.